Такие оригинальные изделия из бересты создает ремесленник Александр Болдырев уже более 30 лет. В умелых руках мастера гуттаперчевый и легкий материал превращается в декоративные сувениры, шкатулки и предметы кухонной утвари. Такие неповторимые авторские изделия пользуются большим спросом у туристов, так как в каждое вложена частичка души ее создателя. Наши работы, как бы они сделаны, каждая работа в одном экземпляре. Ну, есть наименования повторяются, ну, размеры, форма отличаются. И поэтому их интересует. Это не фабричные, это не штампы. Картины ручной росписи, украшения из бисера и натуральных камней, изделия из дерева, ткани, металла и морских раковин. Творческий подход и фантазия мастеров поражает. Вот вывязанные куклы, картины с камешков выложенные. Да, и, в общем-то, из дерева все, такие тонкие работы. Фантазия вообще у народа. Главная цель такой выставки – сохранить и приумножить самобытные традиции народного искусства. Организаторы надеются, что в следующем году ярмарка народных умельцев привлечет еще больше талантливых мастеров.